А, мы же в прошлый раз остановились на просто штамповали боссов. И кто-то сказал, что в подземелье, в канализациях есть дополнительный контент, есть другой босс. И, может быть, сейчас мы с вами пойдем на дно. Персонаж у нас дикий уже, там какого-то 90 плюс левела, прекрасный щит. Мы пару раз пытались с ним сделать что-то другое, но он оказался... Ну, вон, смотрите, какой щит у нас. Господи, это просто... Еще огнем даже умеет стрелять. То есть нам в целом нужен путь вниз. Вот, кстати, путь вниз. Почему бы... А, ну да, я помню эту часть. Она была, мне кажется, тупиковая. Там был шорткат. Вон, видите, уже крабстер подо мной. Блин. Так, вот он выходит, кажется. Да как так? Ты что ж ты отказываешься стрелять? Уйдешь же сейчас опять. Есть. И чё? А, блин, нет. Чёрт. Сейчас будет бой неравный с этой горгулей дикой. Попробую обойтись без Олега. Хотя кого я обманываю? Олег? Погнали. Она даже сейчас неплохая. Ощущение, что он там застрял. Может, упадешь там? Кажется, он выбраться не может. Не, может. Не может, может. Да что ж ты такой тяжелый. Ну давай, друг, ну давай. А на эту горгулю, помните, вы же попадаете вообще очень рано. И можете напороться. Чудом сейчас я вернулся, на самом деле. Как? Чуть осталось. Еле-еле. Интересно, сколько за нее дадут?
88, да, вполне достойно. Черный клинок гар... Ну, это черная алебарда гаргули. Две пушки. Пора апать Олега. Возможно, кстати, у нас есть ингредиенты для того, чтобы Олега апнуть. Но гаргуля жесткая. Вызываем. Нифига себе! Это не то я выпал. А, хвост не увидел. Не-не-не-нет. Это ГГшечка. Как он так выхиливается-то дико? Нет. Олег еще жив. Хвост. А этого я не увидел, я думал, он дышать будет. А сейчас дышать будет. Как до него добраться, до того, как он додышит, я не знаю. Успел. Блин, как мне маркер нравится. Хвост. Прыжок, что ли? Прыжок. О, блин. Хвост. Олег. Нет, Олег. Я перекатился просто по царскому таймингу. Ё-моё, какие здесь ракурсы аховые просто. Топовый ракурс. Дорезали ему сухожилие. И 80к душ. Ну, вот это я понимаю. Вот это уже, с этим уже можно работать. Как? Да твой... Черт, горло болит. Ладно, друзья, давайте я пойду долечиваться. Что-то не могу уже говорить. Тяжело, сразу рефлекс. Извините. Увидимся с вами завтра. Приходите. Спасибо большое, что пришли, смотрели, болели. До завтрашнего ориентировочно дня вечера. Пока-пока-пока.